И всем салам алейкум, всем привет, с вами Адекс. В данном видео хочу вам показать, как получить бесплатно эмоцию. Также покажу вам магическую на зарубежке. И давайте мы сейчас зайдем на наш регион, посмотрим, что имеется у нас быстренько, и пойдем на зарубежный регион. От вас максимальное количество лайков попрошу сделать на этом видео. Также пишите обязательно комментарии, самый лайканный получит от меня какой-нибудь бонус. Поэтому пишите, ставьте лайки, и давайте мы посмотрим просто, что здесь у нас есть в обменнике. Я давно не заходил сюда, и что хочу могу сказать. То, что тут у нас только один наборчик, самый классный, это вот панда. Это на женский набор. Как я вам и сказал, на зарубежке можно получить бесплатно эмоцию, а у нас только скин. К сожалению, вот так вот вышло. Давайте мы посмотрим, что же тут имеется. Тут еще, кстати, до сих пор идет день рождения Free Fire. И мне кажется, тут это еще не конец. По-любому здесь будут еще какие-то события. Поэтому ждите у меня на канале их. В общем, бесплатная эмоция выглядит вот так. Она называется «Большой палец». Что-то там, сейчас вы это все увидите. Здесь ее можно получить сначала на 48 часов, а потом можно навсегда получить. За что? Просто если ты заходишь во Free Fire. То есть вы просто заходите каждый день в игру, и все. И потом получаете вот такую эмоцию. Да, на самом деле она выглядит так себе. Я бы не сказал, что это эмоция, которую, ну, можно забрать за день рождения 7-летия. Вот как-то странно, да, вот мое личное мнение, это, ну, непредвзятое. Почему-то с каждым годом Игрок.ком вернулся и запустил крупнейший розыгрыш на 500 тысяч рублей. Первые три победителя получат игровой ноутбук, iPhone Pro Max, PlayStation 5, а с 4 по 10 место получат по 5000 рублей на баланс. Подписывайся на соцсети и получи один билет. Пригласи одного друга и получи еще два билета. А 4 билета можешь получить за покупку любого товара от 500 рублей. Игрок — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 500 игр и приложений, и широкий ассортимент игровых товаров. Покупка происходит в несколько кликов. Выбирайте нужный товар, оплачивайте удобным способом и получайте товар в чате с продавцом. Теперь получил еще 4 билета и буду ожидать результатов. Победитель будет выбран в прямом эфире на YouTube-канале PlayRock. Рейтинг 5.0, более 4 миллионов отзывов оставлен после покупки. С PlayRock ваши покупки будут всегда в безопасности. Ссылку на PlayRock и на розыгрыш будет в описании. Все меньше и меньше топовой халявы. Я вспомню, как давали бесплатные вещи 2 года назад, 3 года назад. Вот там было действительно топово. Сейчас же что-то, по-моему, не так. Ну, ладно, давайте мы будем просто обозревать события. Что же здесь еще есть, хочу вам показать. Мы зайдем в джекпотики. И самое топовое, хочу вам показать. Ну, ладно, окей, давайте. Вы просили показать магический куб на зарубежке. Я это сейчас вам и покажу. Но давайте мы еще зайдем в лутбоксы здесь, которые есть. Вы прикиньте то, что здесь можно выбить из этого лутбоксика себе офигенные эмоции, которые у нас когда-то были давно. Они вот так у нас сейчас выглядят, как вы можете заметить. Здесь есть и какие-то коллаборации и так далее. Можно также за жетоны, если что, обменять эти, если у вас, допустим, не выбили, да? Что еще тут есть? Есть еще олдовская тема, допустим, динозавры вообще здесь есть, стенки. Очень много всего, вы сейчас на экране это можете разглядеть, посмотреть. Ну, как вы считаете, хотели бы вы такое на регионе у нас? Однозначно, по-любому, это прикольно, но вряд ли нам такое добавят. Вот, ну, точно не будет такое добавлять. Давайте мы сделаем магический куб, посмотрим, что же здесь на этом регионе здесь имеется у нас. И сравним с нашим регионом, вот. Конечно, в нашем регионе можно забрать один только наборчик, к сожалению. Раньше были офигенные магические кубы. Здесь, смотрите, можно получить АЦ-80 за магический куб. У нас же этот скин добавили бесплатно. Каждый день, когда заходишь, выполняешь миссии. ХЗ, равноценно-неравноценно, тем не менее, этот скин можно получить здесь на зарубежке. И у нас можно его получить бесплатно. Так что, прикольно. Какие тут имеются скины? На самом деле... Здесь тоже все печально. Здесь есть только нормальный набор. Это бандит. Остальные наборы так себе. Ну и можно еще один там взять наборчик. И все. То есть на зарубежке я бы тоже не сказал, что все офигенно с кубами. Раньше было лучше. Вот. А ваше мнение напишите в комментариях. Как вы считаете, сейчас офигенные магические кубы или плохие? Также вот такой вот набор можно получить за жетоны ФФ. По-любому нам тоже его добавят. Или в золотой джекпот. Или также будет он у нас в обменнике. Вот так вот выглядит женский набор.
Здесь, как вы могли заметить, у нас бесплатный АЦ-80, так что выполняйте миссии обязательно. Здесь не только АЦ-80, здесь можно получить шлем, повелитель огня, на самом деле. Ну, это тоже прикольно, можешь забрать. Вот, события, на самом деле, ну, такое, как бы, да, 50 на 50, потому что на зарубежке можно получить бесплатно эмоцию, понимаете? На зарубежке можно получить бесплатно эмоцию, а у нас только бесплатный скин. И то плюс-минус здесь статистика, магазин и бронебойность. Ну, то есть, ну, такое, как бы, ну, такое себе. И собачка. Собачка и респект. Все, идем на зарубежку. Это новые джекпоты подъехали на зарубежке. Смотрим, что же здесь добавили. Нам, скорее всего, тоже такое добавят. Я вам покажу, что точно уже будет завтра. Это будет вещи, получается, у нас. В общем, смотрим. Тут у нас первый вот такой вот скинчик. У нас в рулеточке выбивается, наверное, задорого алмазов. Как вам скин? Напишите в комментариях. Я думаю, вы по-любому забрали бы его, наверное. Потому что у вас алмазов дофига, по-любому. Вот в комментах напишите, сколько алмазов у вас сейчас. Посоревнуемся между собой, у кого сколько. У меня, допустим, здесь 0. В общем, вот такая вот прикольная. Вот очень прикольная. Мне нравится она, на самом деле. Прикольно выглядит. Джинсы, конечно, такое себе, но вот это нормально. Дальше идем. Ну, здесь мы, знаете, что делаем? Я покажу вам самое интересное, только самое интересное, хорошо? Мы зайдем вот в эту вот вкладочку, потому что здесь будут по-любому новые скины. И обращайте внимание, почему-то долго загружается. Дело в том, что это зарубежка. Я вам показывал эти наборы, быстро покажу. Вот такой набор есть, смотрим внимательно. Есть набор еще один, их три, смотрите, вот такой. Вот он, да? Ну, красивый. Вот это будет получше выглядеть, на самом деле, чем вот этот вот. Потому что на джинсы он как-то не так сочетается. Тут вот очень красиво. Здесь вот скин на девушку, он у нас выглядит вот так. Тоже фиксируем и идем дальше. Что еще тут есть интересненькое? Смотрите, мы зайдем давайте вот сюда. Там я уже показывал вам другие события все. Смотрим еще, что тут еще есть. Как вы можете заметить, то, что здесь дофига всего добавляет. А у нас на регионе такого нету. Здесь, как вы можете заметить, до сих пор идет эта вкладочка. У нас ее уже давно забрали. Тут можно получить себе, я так понимаю, бесплатно вот такую вот футболку. Она называется джерси чемпионата ФФВС. Очень прикольно выглядит. Называется чемпион. Смотрите, сзади у вас так вот. Можно на халатике ее было бы использовать. Неплохая, неплохая футболочка. Если бесплатно, то это вообще шикарно. Так, смотрим, что еще здесь можно было получить. И давайте, знаете, чем из магазин. Я хочу здесь посмотреть лутбоксы. И, естественно, посмотрим обменник магического куба. На самом деле у нас еще пока информации нету никакой, касаемо какой будет у нас магический куб. Вот, и на этом регионе его вообще почти нету. Так что если вы думаете, то, что в нашем регионе все плохо, то нет. Бывают регионы еще намного хуже. Тем не менее, здесь есть обменник жетонов ФФ. Смотрите, какой скин можно здесь залутать. Можно здесь еще кинжал взять. Вот такую вот вещь взять можно. Кстати, биту, да, тоже добавили, вижу.